Добрый день, в эфире программы «Сделано в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, что программа эта посвящена истории вятского предпринимательства, в том числе и последние передачи как раз-таки были посвящены династиям самых известных вятских купцов. Безусловно, мы продолжим серию этих программ. Спасибо нашему партнеру, компании «Вятич», за то, что поддерживает это наше начинание, которое уже входит в традицию, вошло в традицию. Ну, а сегодня такая интересная передача, я надеюсь, у нас получится. Мы хотим затронуть очень интересные страницы истории Вятки, история печатного дела. Вот так вот я бы обозначил тему в нашем регионе, потому что ведь, согласитесь, это очень важно. Это просвещение, это знание, это фиксация истории, да, и передача этих знаний следующим, последующим поколениям. И вот на эту тему об истории печатного дела на Вятке мы сегодня поговорим с Евгением Дроговым, директором издательства «О, краткое». Евгений, добрый день. Здравствуйте. Мы встречаемся с вами накануне праздника 8 марта. Может быть, поздравим прекрасную половину для начала? Да, хочется поздравить всех наших милых женщин с праздником. Пусть весеннее настроение сопутствует весь год. Вот так вот. Поздравления еще, безусловно, будут раздаваться в адрес милых дам в течение всего дня. Итак, все-таки история печатного дела. Вообще, так вот, светить в целом картину, да, на Руси у нас начало книгопечатания принято относить к эпохе Ивана Грозного. К эпохе Ивана Грозного, и первым книгопечатником принято считать Ивана Федорова. Да. 50-е годы 16 века, и первая вот точно датированная книга, которая была издана им, это так называемый «Апостол». Да. «Апостол». «Апостол». Ну, а у нас на Вятке все-таки значительно позже, да, ведь появились книги. И первые книги у нас как раз-таки были завезены из столицы. А сами печатать мы их стали позже, да, ведь все так? Да, если говорить о уже книгопечатании на Вятке, хотя здесь принято и в научной среде, и в статистике разделять, скажем, издательские процессы, да, и полиграфические, грубо говоря, подготовку книги к печати и саму печать. Угу. Потому что книга может быть подготовлена в другом месте, напечатана здесь или наоборот. Но если говорить вот о полиграфическом производстве, то ну, этот факт известен. Первая типография в Вятке появилась в 1797 году. Она была создана постановлением правительства осенью 1796 года, и в апреле 1797 года она уже открылась. Это было дано разрешение. Да, это вятская губернская типография. Но до книгоиздания типография дошла не скоро. Основная цель, которая преследовалась созданием типографии, это облегчить канцелярский документооборот. То есть печать различных бланков, распоряжений, какой-то вот листовой такой продукции. То есть все, вот, все то, чем пользовались чиновники, то есть власти. И, конечно, она была полностью государственной, казенной типографией. И если мы посмотрим дальше, то первая частная типография в Вятке появилась только в 1839 году. Это типография купцов Блиновых. Да, хотя она тоже первое время печатала исключительно такую казенную продукцию, не книжную. То есть, получается, государственные органы давали заказ на печать, соответственно, Блиновы на этом зарабатывали. Да, да. Угу. Вот. Кстати, давайте связь времен проведем. Угу. Первая вятская губернская типография, Динамовский проезд 4, современная, чтобы вы понимали, о чем. Да, это здание присутственных мест и здание губернского управления. То есть там в подвальном помещении типография вот это располагалась. В советское время она заняла целиком южный корпус вот из двух этих зданий. Вот сейчас это Вятский губернский дом, то есть типографии сейчас там нет, но типография, мы тоже знаем, она существует. Преемник вот этой Вятской губернской типографии. Угу. На самом деле таких старых полиграфических предприятий, которые до сих пор работают и сохраняют такую преемственность и производственную, и иногда даже юридическую, их вообще немного в стране. Вот, и я думаю, что даже вот этим фактом можно гордиться уже. Угу. Но тем, что за эти уже два с лишним столетия типография произвела массу интересных
продуктов полиграфических, это уже само собой, угу, разумеется. А известно в первую нашу типографию, как, кто там начинал работать, какое оборудование, откуда это все появилось? Ну, по истории типографии выходило несколько книг. Первый такой значительный труд был выпущен к столетию губернской типографии. Там давался краткий очерк истории и давались образцы даже шрифтов, которые применяются в типографии. То есть она носила такой не только, скажем, познавательный характер, но и отчасти рекламный. Примеры рекламных объявлений там давались, каких-то рамок и так далее. Для постановки производства приглашались столичные специалисты поначалу. Вообще, надо сказать, что вот если мы проследим историю работы вот этой губернской типографии, мы увидим, что рабочие, которые работали в типографии, они были достаточно консервативного склада. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что даже вот в революционных событиях 1905-1907 годов, первая революция, первой русской революции, они придерживались проправительственных позиций. То есть не было вот каких-то волнений, распространявшихся на работу, угу, типографии. То есть вот этот консерватизм, он проявлялся даже в этом. Хотя типографский труд достаточно тяжелый, и до сих пор это считается вредным производством, а в 19-м, начале 20 века, ну, это достаточно вредное производство. Существенно отличается, конечно, от нынешнего, да, типографского дела. И первые работники типографии, они были обучены, да, как раз-таки, вот, прежними специалистами? Ну, я думаю, что кто захочет узнать вот более подробно именно про это, mm-hmm, может посмотреть вот эти книги, которые выходили. Я думаю, что путь разных рабочих и разных специалистов в профессии, он был достаточно разным. То есть были и приезжие специалисты, mm-hmm, были обученные здесь. Вот. Если мы посмотрим все-таки на книгоиздание, да, которое может быть более интересно, mm-hmm, то первые книги начали появляться, печататься именно вот в Вятской губернской типографии в 50-е годы 19 века, да. А первым литературным произведением, которое было напечатано в Вятской губернской типографии, считается речь Герцена, которую он прочитал на открытии публичной губернской библиотеки. То есть она была издана отдельным оттиском. Вот. Ну, надо сказать, что через два года после этого появилась первая частная типография, как мы уже отметили. Mm-hmm. Тоже интересная такая корреляция. То есть 30-е, вот, 40-е годы 19 века какая-то такая либерализация в этой сфере происходит. Mm-hmm. Я думаю, по всей стране это происходило. Mm-hmm. Ну и дальнейшее развитие книгопечатания. Вот первая книга. Она вообще для чего печаталась-то, вот эта речь Герцена на открытии современной библиотеки имени Герцена? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь многие со мной исследователи согласятся, кто, может быть, детально этот вопрос изучал, в том, что это было явление в вятской культуре. А, то есть мы вот вятские, да, впервые, есть, впервые смогли... Ну, сам факт открытия публичной библиотеки, это уже было грандиозное событие по тем временам, потому что это открытие готовилось достаточно продолжительное время. Собирались книги, они закупались и дарились для библиотеки. И надо сказать, что пользование публичной библиотекой было платным явлением. Вот. Но человек, который формировал первые фонды, он сам был незаурядной личностью, Александр Иванович, mm-hmm, Герцен. Да, и как первый, условно говоря, библиотекарь библиотеки, он в полной мере отразил свое отношение к книге, к ее значению в культуре, в истории, вот в этой речи. Поэтому издание его речи отдельным оттиском имело достаточно большое просветительское значение. То есть тираж распространялся по губернии и попадал, какие-то экземпляры попадали и за пределы. Я думаю, что сейчас хранится, да, в архиве тот самый первый оттиск. Да, конечно, он хранится в библиотеке, он повторно издавался, по-моему, даже не однажды.
знакомство с этим, с этой речью, ну, оставляет определенное впечатление и даже разобрано на цитаты некоторые. Ну, давайте напомним слушателям основные какие-то моменты этой речи. Я сейчас на память не берусь воспроизвести. Вот, честно говоря, я давненько ее читал. Перед глазами ее, к сожалению, нет. Да. Но какие-то фразы даже нас встречают при входе в библиотеку Герцена. Угу. Будем с благодарностью входить в этот храм мысли. Да? Угу. Вот, это все, наверное, помнят. Что касается вот такого более массового книгоиздания на постоянной основе, да, это издание памятной книжки календаря Вятской губернии, вот, которое началось в 1854 году. Угу. И издавала Вятская губернская типография. Да, но некоторые выпуски выпускались в Санкт-Петербурге, то есть не все выходили в Вятке, но большинство было напечатано именно здесь. Вот, там есть интересный эпизод по выходу этих книг. Ну, собственно говоря, они несли очень большое практическое значение. То есть это был календарь основных событий и статистика, и данные по чиновникам, по сельскохозяйственным работам, основные социально-экономические, скажем так, параметры жизни города и губернии. Вот. Население, род занятий, да, и так далее, да, и тому подобное. Да. То есть вся эта информация содержалась в памятной книжке, она вплоть до 17-го года выходила ежегодно, готовил ее статистический комитет. Какие-то материалы публиковались даже с тех времен, когда здесь был Герцен и собирал информацию по истории Вятского края и готовил очерки. Кстати, первая Вятская газета, к подготовке материалов для которой тоже принимал участие Герцен, да, вышла уже после отъезда Герцена из Вятки, но на протяжении многих еще номеров она опубликовала материалы, подготовленные Александром Ивановичем Герценом. Мы имеем в виду Вятские губернские ведомости. Да, это Вятские губернские ведомости, создание которых было инициировано еще в 1834 году, и это постановление правительственное предписывало с 1 января 1838 года выход губернских ведомостей практически во всех губерниях Российской империи. Ну и вот в 1838 году в 43 губерниях такие газеты стали выходить. Но это было долго единственный печатный орган массовый на территории нашей губернии. Вятки губернских ведомостей была официальная часть, неофициальная, да, да, часть. Да, это было очень интересное разделение. Да, необычная такая структура. И, насколько я помню, Александр Иванович как раз-таки курировал неофициальную часть. В этом заключалась суть. Да. В неофициальной части, в отличие от официальных документов, которые в первой части публиковались, здесь размещались различные объявления, интересные факты, очерки о жизни. Ну, на протяжении всего периода выхода Вятских губернских ведомостей, в зависимости от того, насколько силен был редактор и авторский состав, иногда газета злоупотребляла перепечатками из других изданий, то есть когда своих материалов не хватало. Но эти перепечатки иногда носили и целенаправленный характер, если речь касалась каких-то интересных сведений, именно касающихся Вятки, выходивших в центральной прессе или в других регионах. Вот, вот эта неофициальная часть, она со временем даже породила выпуск отдельного издания, который назывался «Вятский вестник», и вбирал в себя как раз вот всю эту неофициальную часть. Ближе к народу, часть, что называется. Да, то есть ближе к народу. Ближе к людям. Освещение жизни такой настоящей. Да. А что касается частной типографии, вот этих Блиновых, она продолжала существовать? Да, типография Блиновых, она стала такой семейной типографией рода, но со временем она была продана, потом еще раз, то есть владелец менялся, но один из рода Блиновых, Николай Блинов, в 90-е годы стал стал инициатором написания и публикации целого ряда таких социально-исторических очерков
о жизни Вятской губернии. То есть он сам заказывал эти исследования, и они публиковались Вятским губернским земством. Кстати, деятельность Вятского губернского земства требует вообще отдельного рассказа. Вот давайте мы как-то, рассказа, да, мы как-то плавно к этому подошли, потому что конец 19 века, это в том числе и такой бум в книгопечатании. Вот давайте поподробнее. Да. Да. Ну, кстати, вот был еще один эпизод, который я хотел тоже упомянуть. Это эпизод связан с 1878-1877 годом. И речь идет о выпуске таких специальных выпусков памятной книжки Вятской губернии, угу, которые получили название «Вятская незабудка». На слуху узнал, да, словосочетание. Было выпущено три издания, они печатались в Петербурге и наделали много шума, как в Вятке, так и в столице. Связаны они с деятельностью и именем известного издателя, просветителя Павленкова, который был направлен ссылку в Вятку, угу, и вот здесь развернул такую деятельность, достаточно бурную, по сбору материала, очень острого критического содержания. То есть это до сих пор признается не только таким провинциальным, но и в целом в масштабах страны образцом острой журналистики. Ну, время-то такое, да. Очень, народничество. Очень непростое, да. Много-много идей, там, что называется, брожение в умах. Да, общество бурлило. Угу. Спустя несколько лет был убит император Александр I, да, то есть... Второй, извините, да. Пореформенное время очень вызывало много споров, бурных дискуссий. Но острота материалов, которые собирал Павленков и публиковал «Вятской незабудки», она была настолько чрезмерной, что третий выпуск этой «Вятской незабудки» был запрещен цензурой к распространению, и большая часть тиража была уничтожена, она не дошла даже до «Вятки». Вот. Хотя несколько экземпляров ее сохранилось, ее можно, угу, найти в библиотеке. Ну и, кстати, уже в электронном варианте, по-моему, тоже есть какие-то, да, выдержки, они... можно найти. Да, эту работу по переводу, да, в электронный формат памятной книжки начала еще Российская национальная библиотека. Угу. Вот, потому что большинство выпусков там хранятся. Ну и эта работа по оцифровке изданий старого времени, она, mm-hmm, продолжается, начата достаточно давно, продолжается многими библиотеками, mm-hmm, сегодня. Ну, наша библиотека имени Герцена тоже краеведческий фонд оцифровывает, mm-hmm, постепенно. Mm-hmm. Итак, эпоха, да, земских, да, реформ, когда во главу угла в том числе было поставлено просвещение, да? Mm-hmm. Да, простого населения. Кстати, вот эта задача по просвещению простого населения, она достаточно хорошо и активно была воспринята интеллигенцией, в частности Вятской, да, но не всеми она воспринималась как благо. Я здесь имею в виду... Мол, пусть народ лучше будет темным, да? Представителей властей, угу, некоторых вятских губернаторов. Вот. Но, тем не менее, в начале 90-х годов 19 века Вятское земство развернуло достаточно широкую издательскую программу, в каком-то смысле беспрецедентную на территории Российской империи на тот момент. В это время во главе Вятского земства встал Аксентий Петрович Батуев, угу, выпускник Казанского университета, выходец из Уржумского уезда, который вот эту задачу по просвещению считал, ну, одной из первейших деятельности земства. И здесь вот они соединились, скажем так, по своим чаяниям с Блиновыми, были подключены другие прогрессивно настроенные, mm-hmm, горожане. И план, по которому вот деятельность эта осуществлялась, включал в себя издание различной справочной литературы, билетристики, mm-hmm, которая бы
в общих чертах рассказывала, ну, занималась просвещением, скажем. Ну, там абсолютно все стороны жизни, да, затрагивались. Ну, и особо, конечно, роль уделялась художественной литературе, как классики на тот момент, Пушкин, Лермонтов. Толстой. Толстой. Нет. Ну, Толстой, он современником, да, на тот момент как относился. Раз, да. Да, но ушедшие уже из жизни писатели тоже издавались. Ну, вот, кстати, интересная иногда статистика попадается, что в это же время активно начало, в том числе по инициативе губернского земства Вятского, начала создаваться сеть народных библиотек по Вятской губернии. Что удивительно, почти за 3 года около 3000 библиотек было создано по всей Вятской губернии. То есть, получается, не только крупные, но и такие более мелкие населенные. Они были очень маленькие библиотеки, их даже называли 5-рублевыми. Сформулированный тезис о том, что такие библиотеки могут формироваться не более 100 книгами общей стоимостью не более чем на 5 рублей, вот, она была с успехом реализована. Ну, кстати, она тоже критике различной подвергалась, на что создатели говорили, что да, нельзя создать крупную библиотеку на 5 рублей, но и на 250 крупную библиотеку создать нельзя. Но преследуя вот цели, чтобы дешевые книги, но при этом качественно изданные, качественно составленные, попадали как можно большему количеству вятских жителей, в первую очередь крестьянству. Ну и в первую очередь, естественно, там крестьянам давали знания по тому же сельскому хозяйству, как правильно выращивать, да, чтобы помогать. Да. Медицинские знания. То есть там очень много было практической, да, информации, ну и художественная литература тоже не забывалась. Ну вот попалась мне такая статистика по одному только сельскому обществу, Великорецкому, ну оно на слуху. На тот момент более 500 жителей проживало в этом сельском обществе. Из них 140 было грамотных, и они практически все были записаны вот в эту сельскую библиотеку. Угу. То есть пользовались активно книгами из этой библиотеки. А, кстати, вот вопросы грамотности тоже ведь очень важны. Печатались не только те книги, которые мы упоминали, но ведь еще и учебники, да, языка. Учебная литература тоже это огромную массу составляла. Для сельских и приходских школ. И определенную, кстати, часть изданий составляла религиозная литература, такая нравственно-духовная, как она называлась. Вот. И, кстати, количество ее в общей массе было не очень велико в процентах, что даже послужило определенной в какой-то период критике для деятельности вот этой программы по книгоизданию. Но, в принципе, эти нападки были легко парированы на местном уровне. Хотя, как я уже в самом начале вот этого эпизода сказал, что деятельность по просвещению нравилась далеко не всем. Как это неудивительно сегодня прозвучит, но именно деятельность Вятского земства послужила поводом для издания указа, постановления, вернее, правительства в 1901 году. То есть менее чем через 10 лет после начала этой деятельности, о запрете, полном запрете на территории всей страны для земств издательской деятельности. То есть земствам было оставлено право публиковать только какие-то отчеты о деятельности, да, официальную информацию. То есть в широком смысле издательская деятельность им была запрещена. А ведь издавали-то они на свои деньги, да? Знаете, деньги жертвовали купцы, иногда они жертвовались безвозмездно, но поскольку книги еще и продавались, причем тиражи были немаленькие, до 10 тысяч экземпляров некоторые тиражи доходили, и книги имели достаточно низкую стоимость, от 2 до 12 копеек первое время вот стоила одна книжка там, в один печатный лист, грубо говоря. Потом, конечно, цены варьировались в зависимости от объема, но при таком на сегодня достаточно крупном тираже по нынешним временам для региональной, скажем так, региональной литературы, для регионального издательства, эти книги достаточно быстро раскупались.
То есть раскупались теми, кому они в первую очередь и предназначались, то есть крестьянами. Вот. Это удивительно, конечно, и роль вот этой деятельности, наверное, трудно переоценить сегодня. Давайте сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, что эта программа сделана в Вятке. Мы говорим об истории печатного дела в нашем регионе и беседуем мы на эту тему с Евгением Дроговым, директором издательства «Украдкой». История печатного дела на Вятке, тема сегодняшней передачи. Беседуем мы с Евгением Дроговым, директором издательства «Украдкой». Вот движемся по хронологии уже. Перетекли в начало 20 века. Ну, можно сказать, что это рассвет, да, книгопечатания на Вятке. И вот сейчас в перерыве мы продолжали говорить, сколько насчитывалось общей сложности типографии у нас в губернии. На момент революции только в Вятке было 7 типографий, помимо Вятской губернской, еще 6 частных, 2 литографии было. И всем хватало работы. Да. И, ну, там какие-то типографии переходили из рук в руки, но они оставались работающими предприятиями. В целом по губернии около 1,5 десятков насчитывалось различных типографий. Ну, видимо, в первую очередь самые крупные, да, губернские города. Уездные, да. Уездные, точнее. Да. Слободской, Котельнич, да, Уржум, Малмыш. Традиционные, скажем, центры и купечества, и культуры в каком-то смысле. Вот. Но я что еще хотел сказать. С прекращением, вынужденным прекращением деятельности на поприще книгоиздания Вятского земства, история Вятского книгоиздания не только не закончилась в начале 20 века, а получила... 1901 год. Да, второе рождение. Буквально через год, в 1902 году, энтузиасты, интеллигенты вятские создали Вятское книгоиздательское товарищество. То есть взамен вот тех структур, которые занимались книгоизданием в Вятском земстве. Это те же люди были? Или другие? Это были отчасти те же люди, но и другие. Руководил, если можно так сказать, этим процессом брат нашего известного архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина, Николай Аполлонович Чарушин. Ну, он известен еще был в советское время как в каком-то смысле революционер, за что даже ссылался царским правительством. Но в данном случае он выступал как просветитель, как издатель. Он причастен к выпуску 3 газет на Вятке. Ну, собственно говоря, это была по большому счету одна газета, которая выходила в разный период под разными названиями, потому что предыдущие закрывались властями. Вот это Вятское книгоиздательское товарищество развернуло деятельность по книгоизданию еще более бурную, чем предшествовавшее Вятское земство. Они на чем специализировались? А ассортимент, репертуар литературы, который они выпускали, был примерно такой же. Они расширили выпуск художественной литературы. Выходило несколько серий, такая библиотечка, скажем, сельского жителя. Там и женская тематика, детская, познавательная. Такие же сборники вот по каким-то отраслям знаний выходили. Но их деятельность тоже восторга правительственных кругах. В общем, их тоже приметили сразу же. Да, и в местных властей не вызвало особого. То есть всегда идет задача по просвещению, видимо, вразрез с реакционными такими кругами. Вот. И персонально некоторые представители редакции были вынуждены уезжать, в частности, в Санкт-Петербург. Ну, в частности, редактор Ложкин, который имел отношение к выпуску газет «Вятская речь». То есть, боясь преследований, да, каких-то? Да, то есть, невозможно, видимо, было уже в каком-то смысле работать. Но кто-то уезжал и по изменившимся жизненной ситуациям, не связанным с профессиональной, скажем, деятельностью. Вот. Но так или иначе, в 1905 году все эти процессы привели к тому, что Вятское книгоиздательское товарищество перерегистрировалось в Санкт-Петербурге под новым названием, причем оно сохранило часть старого названия, и к нему добавилось новое. Как? То есть новая структура стала называться Вятское книгоиздательское товарищество. Народная библиотека.
И за 12 лет последующих, вот, до революции, да, Октябрьской, они издали более 300 книг. 300 наименований книг. Ну, это грандиозно просто в масштабах страны. То есть это факт, который, ну, не все знают, и которым, я думаю, стоит вообще гордиться, если мы говорим об истории, скажем, книгоиздания на Вятке и вообще о какой-то книгоиздательской школе, о которой, ну, некоторые упоминают. 300 книг тоже абсолютно спектр широкий, да, и художественной литературы. И... Да, книги расходились научные. Достаточно быстро, так же, как вот на территории губернии, причем первоначально они только на Вятскую губернию были рассчитаны, тиражи часто превосходили 10-тысячный рубеж. Это достаточно был большой тираж, но в советское время это считался средний тираж. Вот. Ну, давайте сравним с современным состоянием. Последнее, что я вижу, ну, порядка там 5000 выходит вот книжки, да? Вы знаете, 5000 тираж по современным меркам даже в российском масштабе считается большим тиражом. Большим уже, да? Да. 10 тысяч, 100, да. 100 лет назад. Если мы возьмем... Ну, вы знаете, надо тут еще учитывать, что в тот момент книга в каком-то смысле... Вот такая вот дешевая, да, дешевая по цене, но не дешевая по исполнению, потому что они все-таки были достаточно качественными изданиями. Она конкурировала со СМИ как средство коммуникации, как средство донесения информации. Сегодня все-таки много конкурирующих источников. Вот мы с вами по радио общаемся со слушателями. Да? Есть телевидение, интернет. Вот, то есть замещение определенное происходит, и роль чтения в целом падает. Но тогда это было достаточно грандиозно, конечно. Сегодня, если мы посмотрим средний тираж в целом по стране, он неумолимо приближается к 500 экземплярам. 500. Вот, причем большинство наименований и тиражи выходят до сих пор в столичном регионе. То есть это Москва и Московская область. До 90% в некоторые годы тиражей и до 70% наименований выходило именно в Москве и Московской области. То есть вот такая централизация, она имеет давние корни. У нас остается буквально 3 минуты до конца. Много еще интересного хотелось бы, конечно, рассказать, но все-таки вот печатное дело и революция. Далее уже становление советской власти. Тут какие основные моменты? Изменения? Ну, знаете, с 17 по 21 год прошла национализация, то есть постепенно типографии переходили в государственную собственность, и последний процесс 20-е годы, который завершил, собственно говоря, предпринимательство, да, на Вятке, именно в этой сфере на тот период, занимался тем, что все полиграфическое оборудование было реквизировано, то есть все частные мелкие типографии были закрыты, и оборудование было передано в Вятскую губернскую типографию, которая позднее стала Кировской областной. Вот. Ну, то же самое происходило с газетами, то есть все независимые газеты были закрыты, то есть те, которые не были закрыты царским правительством, местными властями, были закрыты большевиками. Вот. И о возрождении уже можно говорить только в конце 80-х, начале 90-х годов. 20 века. 20 века. А дом печати наш 1987. Но это все равно было государственное. 7-й год, да? Нет, 86-й. 86-й, ну, да, в любом случае, вторая половина 80-х. Да. И вот возрождение, то есть частные типографии. Ну, сегодня тоже несколько десятков у нас типографий в городе. Большинство, наверное, это небольшие цифровые типографии, но можно выделить там около 10, наверное, заметных офсетных традиционных типографий. Если брать такой параметр, как книгоиздающая организация, то можно уточнить в Кировской книжной палате, но их более 100 сегодня. Если мы возьмем заметные такие книжные издательства, то, наверное, их с десяток наберется сегодня. Ну, ваше-то издательство, оно принадлежит к списку тех, кто на слуху, к счастью, принадлежит. Принадлежит, да. Увы, завершается время программы «Сделано в Вятке». Я благодарю вам гостя студии Евгения Дрогова, директора издательства «О-кратко». И спасибо нашему партнеру, компании «Вятич». Кстати, компания поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта. И, кроме того, поздравляет с наступающей Масленицей. И предлагает вот в эти праздничные дни в обязательном порядке угощаться и самим, и своих гостей
замечательным вятским квасом, который богат витаминами и вот помогает пережить такой непростой период весеннего витаминоза. Спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания. Всего доброго.